Перестаньте играть и постарайтесь настроиться. Дайте мне свои расчеты сейчас же! Все уже сделано! Интересно, пойдет ли дождь? Готовься! Herr Riddler? Ja, was ist los? Ich habe keine Zeit, hier rumzustehen. Ja, ich verstehe. Вы нашли его? Гитлер сошел с дистанции. Поздравляю, профессор. Теперь Гитлера нет! Всему свое время. Рано или поздно время разберется. Голоденько, как вы думаете, когда это начнет работать? Здесь можно говорить? Конечно, конечно. Продолжайте. Время разрушения зависит от веса объекта. Дети были уничтожены менее чем за 15 секунд, а взрослые по-разному, от 18 до 40 секунд. Никто не видел? Нет, товарищ Сталин. И сколько мертвых? Приблизительно 840. Моя разведка сообщает, что в деревне было 877 человек. Как вы объясните это несоответствие? Неточная разведка. Остаточно. Начинайте производство газа на полную мощность. Уже работаем, товарищ Сталин. Согласно этого дела, вы должны доказать, что вы нужны нам. Я хотел бы взглянуть на это дело. Дайте лейтенанту какое-нибудь важное задание.
Это все Градвинка. Простите, товарищ Сталин, но у меня еще кое-что. За пределами Туруна мы столкнулись с сопротивлением карелов. Они заблокировали дороги в город здесь и вот здесь. Эти люди враги. Уничтожьте город и убейте всех, кто попадется. Подойди, дорогая. У меня есть задание, которое потребует твоего... Зачем это передавать? Идите сейчас же в Турун. Уничтожьте всех и все. Никаких пленных! Никаких выживших! Это все! Понял. Вас понял. Понял.
Сердце. Да. Вас понял? Да. Слушаю. Слушаю. Есть, сэр. Вас понял. Понял. Готов. Вас понял. Yes, sir. Слушаю. Вас понял. Вас понял. Вас понял. Понял, понял. Прекрасно. Прекрасно. Есть, сэр. Есть, сэр. Вас понял. Да. Yes, sir. Yes, sir. Слушаю. Вас понял. Поздравляю с выполнением этого задания, командир. Я капитан Георгий Куков, ответственный за проведение операции в этом регионе. За этой рекой находится Германия. Завтра мы начнем атаку. На сегодня у вас есть обязанности. Следите, чтобы ничего не случилось с базой и командным центром. Союзные войска подбираются к нашим позициям все ближе и ближе. Следите за провокациями. Если произойдет конфликт, я разрешаю вам открыть огонь по их позициям. Увидимся в Вене! Необходимые инструкции опции. Yes, sir. Вас понял. Вас понял.
Ответ бронирован. Понял. Прекрасно. Стоите, смотрите в шоу. Докладываю. Слушаюсь. Докладываю. Вас понял. Готов. Вас понял. Вас понял. Прекрасно. Yes, sir. Вас понял. Заходи. Готов. Да. Yes, sir. Слушаю. Вас понял. Yes, sir. Yes, sir. Вас понял. Объект готов. Заходи. Стоите, смотрите в шоу. Заходи. Стоите, смотрите в шоу. Заходи.
понял. Стейдер, смотри, что? Готов. Да. Докладываю. Вас понял. Вас понял. Вас понял. Слушай. Слушай. Заходи. Стоите, смотрите, что. Заходи. Стоите, смотрите, что. Заходи. Стоите, смотрите. Прекрасно. Заходи. Стоите, смотрите. Заходи. Стоите, смотрите. Заходи. Стоите, смотрите. Понял. Вас понял. Стоите, смотрите, что. Вас понял. Понял. Вас понял. Слушай. Вас понял, вас понял. Да. Да. Вас понял. Да. Прекрасно. Да. Пролив атакован. Вас понял. Oh,
Подъезд готов. Тренировка. Подъезд готов. Транспорт готов. Вас понял. Объект готов. Тренировка. Объект готов. Тренировка. Объект готов. Готов. Прекрасно. Прекрасно. Вас понял. Слушаюсь. Да. Прекрасно. Приказ понял. Вас понял. Вас понял. Вас понял. Необходимые действия. Готов. Да. Вас понял. Да. Слушаюсь. Да. Слушаюсь. Прекрасно. Слушаюсь. Прекрасно. Необходимое действие. Есть, сэр. Вас понял. Вас понял. Приказ понял. Вас понял. Вас понял. Необходимое действие. Докладываю. Есть, сэр. Тренировка. Объект готов. Да. Тренировка. Объект готов. Готов. Да.
Вас понял. Тренировка. Невозможное движение, нас повторяется. Объект готов. Объект готов. Объект готов. Тренировка. Объект готов. Тренировка. Объект готов. Тренировка. Объект готов. Вектор. Профиль. Да. Yes, sir.
По нашим последним данным, у нас 14 танковых дивизий на этой границе. И только 3 дивизии союзников сдерживают вас. А с помощью своих войск мы захватим всю Европу в течение 60 дней. Возможно, на еще 11 месяцев сверх графика. Благодаря нашей пропаганде мы смогли бы высадиться там до дня рождения товарища Сталина. Товарищ Граденко, вы уверены, что все наши позиции были под охраной? Я лично их инспектировал. Тогда как же союзные войска узнали о нашем объекте? Но это невозможно. Моя система безопасности... Это произошло, как мы и боялись. Этот завод был нашим главным объектом. Мы отправили туда охрану и не дали разобраться в нашем плане. А что с Эйнштейном? Он работает над системой по старому графику? Ну? Я должен доложить. Несколько часов назад Эйнштейна украли. Я знаю. В это самое время мы занимаемся им. Хорошо. Хорошо, я не хочу, чтобы убили такого офицера, как вы, товарищ Краденко. Я не знаю, где Эйнштейн. Пока. Но мы нападем на его след. Это нам помогут сделать силы сопротивления. Он должен погибнуть смертью предателя. Вы должны разнюхать все, что касается его, и найти, где он нашел себе убежище.